Уже шестой раз на живописном берегу реки Камы возле мужской монашеской общины в урочище Паздеры раскинулся небольшой палаточный городок. В нем поселились участники межрегионального фестиваля православной молодежи «Реки воды живой». Фестиваль проводится раз в два года и объединяет участников молодежных движений различных епархий. Более 100 человек приехало на фестиваль православной молодежи «Реки воды живой». Посвятили форум теме российских новомучеников. Участникам фестиваля были переданы приветственные слова митрополита Удмуртского и Ижевского Викторина. Благословили молодежь священники епархии. Желаю вам всем оставаться, несмотря на то, что годы проходят, что все хорошо, не становиться теплыми, а оставаться горячими. И надеюсь, что здесь собрались вот те самые люди, которые желают быть в церкви горячими гореть. А также всех приветствовал министр по физической культуре, спорту и молодежной политике республики Игорь Краснов. А после команды, представляющие различные приходы и епархии, показали творческие номера, визитки. По словам организаторов фестиваля, в этот раз участников ждет насыщенная программа. Мастер-классы, спортивные соревнования, интеллектуальные игры, творческие концерты, капустники и, конечно, живое общение у костра. Фестиваль мне очень понравился. Я здесь первый раз нашла уже несколько знакомых. Хочу найти друзей. А впрочем, фестиваль для начала очень хороший. Я видела просто рекламу в интернете, ВКонтакте, и решила, мне стало интересно, собрала компанию, и мы там два года назад приехали. Мне очень понравилась организация, то есть я являюсь, наверное, одним из молодежных лидеров нашей епархии и провожу разные мероприятия. То есть для обмена опытом мне было интересно приехать. Около 120 человек приехало на фестиваль, несмотря на такое обилие комаров. Здесь очень много людей, которые улыбаются, радуются. И, как мудро сказал отец Зосима, организаторы тоже надеются, что ближайшие 3 дня станут временем духовного роста, общения молодежи. Фестиваль продолжит работу до 6 августа. В последний день вместе с православной молодежью в монашеской общине помолится митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.